Продолжаются встречи руководства района с жителями микрорайонов города. 17 августа в школе номер 6 состоялось собрание жителей микрорайона «Новый город». В собрании приняли участие руководители служб района, глава Заинского района Разиф Каримов, депутат Госдумы Российской Федерации Олег Морозов, депутат Госсовета РТ Николай Нефедов. Традиционно глава района ознакомил с итогами социально-экономического развития за первые полугодие 2021 года и поделился планами на будущее. Были заслушаны доклады о ходе работ по благоустройству и развитию города, оперативной и санитарно-эпидемиологической обстановке. Завершающим стало выступление депутата Госдумы Российской Федерации Олега Морозова. Он призвал горожан принять участие в сентябрьских выборах и рассказал о своей деятельности. Будучи депутатом по Нижнекамскому избирательному округу, куда входит и Заинск, остановился на решении одной из просьб заинцев. Что говорил Владимир Галевич о бассейне, это действительно была наша, короче, его, конечно, он выступил с этой инициативой, но я разговаривал об этом с президентом, мы нашли общий язык, президент этот проект поддержал. И вот сегодня найдено финансирование. Надеюсь, что через год этот объект появится на территории Заинского района. Елена Маврина, Денис Ипатов, Юлия Казамарова. Новости Заинска.